Заседание Координационного совета по молодежной политике во Владивостоке прошло в совершенно новом формате. Представители разных ведомств Владивостока собрались в коворкинге ТОП, где поговорили о грядущих мероприятиях в городе и рассмотрели идеи по развитию молодежной сферы. Было много высказываний, было много интересных мнений, то есть было много разносторонних мнений, да, то есть которые сталкивались. То есть это была получилась очень такая живая, на мой взгляд, очень продуктивная беседа. И очень хотелось бы, чтобы вот эта работа продолжилась. Один из главных вопросов нашего обсуждения касался создания сайта молодежной столицы. Мы сегодня обсудили те рубрики, которые там будут, и какие интересные события молодой человек сможет найти для себя в молодежной столице. В обсуждениях принимал участие глава Владивостока Константин Шестаков. Один из ключевых вопросов касался модернизации конкурсов молодежных грантов, что позволит привлечь к участию больше активных и талантливых владивостокцев. Возможно, если есть такая возможность на данный момент, рассмотреть вариант создания дополнительного и премии, возможно, какого-то конкурса, помимо тех, что уже существует, именно в рамках молодежной столицы, скорее, учитывая то, что сейчас еще будет реализовываться новый проект молодежный, так что, скорее всего, количество активистов будет увеличиваться. Логика в том, чтобы как можно больше ребят активных имели возможность все-таки дойти до конца и быть условно премированными, да, и получить этот грант. Специалисты управления рассказали участникам дискуссии о 117 событиях по 8 направлениям, запланированных на 2024 год во Владивостоке. В этом году жители города увидят новые арт-объекты и экологические пространства, посетят всероссийские форумы и молодежные мероприятия. Диана Иванова, новости на 8.